Так, сегодня у нас, друзья, 18 или 18? Сегодня крещение, 18 января. У нас река вышла с берегов. Посмотрите, все затоплено. Прям как весной, весеннее половодье. Снимаю вечером поздно, потому что мы только сейчас с Андрюшкой приехали с работы. Буквально река вышла за два дня. Кошмар. У нас не видно мостков. Вот тут вот, где деревья. А так ночью, видишь, не видно, не показать. Да. Сейчас снег пошел. Но я надеюсь, дождей не будет. Потому что если еще сегодня, ну как сказать, завтра, послезавтра польет дождь, то все. Нашу вот эту вот улицу всю затопит. И проехать возможности на машине не будет. Поплывем на лодке. Уже участки подтапливают. Да, на главной улице там участки, смотрю, уже подтапливают вода. То, кстати, а где она проходит, смотри? Вот, видать, так. Внутренние воды какие-то, да? Вот эту вот улицу с той стороны уже подтапливает. А мы как раз вот по ней ездим с той стороны домой. Да. Там улица затоплена, мы здесь ездили. Да. Здесь дорога ходит. Да. Вот такие вот дела. Вот такая у нас шикардосная зима. У нас крещение, купание запретили из-за того, что воды поднялось много. Тихо. Вот так вот, друзья. Это наша церковь. Это у нас здесь и мужской монастырь. И здесь у нас Тихвинская икона Божьей Матери в этой церкви находится. Ой, в общем, поехали мы дальше домой. Вон, посмотрите. Просто. Вот это, вот где дерево, вот здесь где-то метров на 5 пляж. Его нету. Даже больше, да, на 5 метров. Это вниз метра на 2, наверное, туда. Да, это как бы как-то вот так вот. Что с тобой творится, планета? Что происходит? У нас за все время не было такой зимы, прям вот чтобы... Сколько в этом году? Раза 4, наверное, такое половодье. Половодье уже раза 4 за зиму за эту происходит у нас, происходило. Снега практически нету. Мы живем в Ленинградской области. Для нас это, ну, как-то по меньшей мере хотя бы удивительно. Феномен такой вот погодный. Ладно, поехали мы домой, рука замерзла, ветер холодный. Очень холодно. Поехали домой, нужно отдыхать. Днем бы, конечно, это поснимать, было бы это все лучше видно. Все, холодно. Идем домой. Едем домой, 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 домой. Ой, ёшечки, ёй-ёй. А в машинке-то тепло. Хорошо. Махни мне дворниками-то. Хорошо. Спасибо. Сдаем назад. Мы вдоль реки не ездим. Хотя нас там тоже можно проехать. Мы ездим немножко по другой дороге, по которой мы обычно всегда ездим. Снег пошел, да, уж лучше снег, чем дождь, потому что река может выйти окончательно из берегов. Вот здесь будет возможность проехать, а вот там чуть-чуть назад мы уже не проедем. И придется ехать через лес. А мы не проедем, а через мост придется ходить. Пешком придется ходить, через мост, да, переходить речку. Там не проедем, дорога плохая, да? Конечно, там лесная дорога. Немножко не та машина, надо в Урал тогда. Мы же раньше ездили. Так не зимой же, да? А у нас сейчас и не зима, где ты зиму-то видишь, посмотри. Сейчас еще хуже, дороги разбиты. У нас сейчас что? Ты у нас? Смотри по нашей улице, можешь сейчас нормально проехать? Осень, весна сейчас подмерзла нормально. Я отключаюсь.